Евтушенко сам рассказывал, да, что к нему приходили мешки писем. Люди, которые не любили Евтушенко, а их было, было много, да, достаточно, да, Евтушенко фигура очень спорная такая по поведению. И вот, например, вот мне читать его мемуары неприятно, вот чисто психологически неприятно, он спорная фигура. Да. Но человек, в общем-то, сделал несколько очень важных заявлений, в том числе вот это его, как бы, «Бабья» — это очень важное заявление. В поэтической форме, и важно, это на самом деле некий манифест. Манифест о продолжении вот этих вот реформ и разговор о жертвах. Да? А это ведь политика, официальная политика либерализации, это 1965 года, когда возвращают День Победы и так далее, выходной день. Да? А до этого это вот какая-то вот невыраженная культура. И заявить об этом очень важно. И он получает мешки писем. И ему говорили, где они, где эти мешки, да, куда делись, ему не верят, да. А на самом деле, скорее всего, так оно и было. Я, например, знаю по архиву Оренбурга, да, там десятки писем связаны вот с отзывом на это Бабия. Более того, вот в газете «Литература и жизнь», да, вот в интернете где-то вычитал, что в ответ, когда они опубликовали вот этого, два этих текста, да, пришло на самом деле порядка 300 писем. К ним прямо. Из них только два или три письма в поддержку Старикова и Маркова. Да? Это поток, взрыв, да? Который вдруг происходит некая мобилизация общества. Эти тексты, их переписывают. Все, вся переписка, там, я назвал несколько наиболее важных, там есть еще, понятно, что есть, происходит реакция. Например, Лев Косиль, который был, знаете, был такой, да, писатель, в советские годы он был популярен, детский, не знаю, как сейчас, да, вот, и он вышел из редколлегии журнала «Литература и жизнь». Причем не просто вышел, он написал там письмо, написал письмо Оренбурга, где всем объявил, что он вышел, да? Это такой демонстративный шаг. Я не там, я не с ними, я с ними не согласен, да? Оренбург, я уже сказал, написал письмо и требовал, добивался через ЦК, чтобы письмо было опубликовано, потому что его имя было замешано в этом. Происходит некое такое, он оказался таким вот письмо Евтушенко, оказался неким такой лакмусовой бумажкой, которая высветила существующее, возникшее в обществе общее напряжение. Проблема, это довольно интересно, что это вот мы вот говорили, это вот начало 60-62 год, вот я специально сделал вот это вот, свел вместе 60-62 год, всю эту историю, потому что возникает сразу вопрос, что произошло между вот этим сравнительно либеральным заявлением Ильичева, да, о том, что обычная бюрократическая практика, почему они не хотят публиковать. Недостаточно роль коммунистов, предположим, недостаточно это, недостаточно. Есть десятки, уверен, если за ними проверять, есть десятки, на самом деле, книг, которые в рамках обсуждения публиковать, не публиковать, существовали эти замечания. Да? Не высветлили достаточно роль коммунистов. Мы знаем, как бы из советского школьного курса, да, известная история там еще в сталинское время с молодой гвардией Фадеева, да, где он там дописывал про коммунистическую партию во всем этом молодой гвардии и так далее, создавали. Да. Эта тенденция, в общем-то, она как существовала в сталинские годы, она существовала на протяжении всего советского периода, да, центральная роль коммунистической партии. Например, я упоминал уже Машу Рельмикайте, да, и она написала, это довольно интересно, что имеется отзыв, Маша сохранила в своем архиве, отзыв официально назначили ее книгу, да, а ее сначала издавали на литовском языке. И ее, она перевела сама Маша на литовский язык, и она год где-то блуждала там в Литовском институте партии. Наконец появился отзыв, в котором в отзыве было написано, что надо сделать то-то, то-то, высветлить роль коммуниста, а там какие-то определенные, да, она ничего не... Что это за подполье, если девочка 15-летняя знает про это подполье, да? Она говорит, что это как дневник, дневник воспоминаний, да, это не в чистом виде, это не дневник на самом деле, если она его восстановила, если это определение жанра, если она его восстановила в 46-47 году, это первая волна воспоминаний
выученных и так далее, учитывая особенность, но это первая волна воспоминаний. Это не дневник, мы не можем это определять как дневник. Вообще, возвращаясь к теме, мы можем сказать, у нас, говоря о Советском Союзе, да, у нас во время войны очень мало дневников. У нас дневники есть только в балтийских странах и во Львове, да, и то с включениями более поздних текстов. У нас нет аутентичных текстов времен войны. Есть у нас официальные рапорты, да, у нас донесения партизан, есть у нас, может, какие-то письма, сохранившиеся отдельно. У нас нет дневников, написанных в гетто. В Беларуси есть дневник, был издан, Инна Герасимова издала дневник Ляли Брук такой, да. Это девочка, которая была в гетто. Потом она оказалась на арийской территории, она уничтожила свой дневник. Потом она пришла в партизаны, и в партизанах она его записала. На самом деле, там у них был представитель НКВД, который... Она описывает сама, что он посмотрел дневник, сказал, надо писать там больше чего-нибудь, я уж не помню, что там, про комсомол или что, еще про что-то вот такое, да. Это не дневник, это первая волна воспоминаний, если мы определим. Точно так же есть такой, в черной книге есть, раз мы уже затронули эту тему, она важна для понимания ситуации с источниками, есть такой дневник Сары Глейх. Да, в Оренбурге, значит, они не Сары Глейх. Сары Глейх, она прошла из Таганрога, по-моему, из Таганрога, а пришла в Сталинград. И в Сталинграде через 2 месяца записала этот текст. Это не, опять же, это не дневник, это первая волна, очень ранняя, очень свежая, поэтому очень важная, интересная волна воспоминаний. Да? У нас нет, у нас есть тексты, у нас есть дневники. Это Шавляйская гетто, у нас есть дневник в Риге, у нас Рижская гетто, у нас есть дневник Крука в Вильнюсе, да. Есть, но только на западных, только на присоединенных территориях, только на аннексированных территориях. Для того, чтобы писать дневник, нужно условия относительного спокойствия. Если каждый день происходят акции, убивают и так далее, нет, люди не в состоянии писать дневники. Это такая психологическая состояние. Все дневники, написанные, например, в Вильнюсском гетто, они написаны сравнительно спокойный 42-й год. Когда убивали, но этого не было, вот этих массовых вот этих депортаций в Панаре с расстрелами, да, он сравнительно спокойный в этот год проявляется в дневнике. Минское гетто – это сравнительно спокойно. Не может быть возникнуть дневник там, в Витебском гетто, который существовал там месяц, они умирали с голода, да, не до этого. Даже если это может быть там теоретически, если они даже это делали, это будет несколько страничек. Это не может быть долгий дневник. Да. По-видимому, для того, чтобы это существовало, нужна какая-то вот относительно спокойная вот такая вот ситуация. Да? Это сложная тема. И поэтому, сейчас возвращаемся к нашей теме, да, когда издали в 60-м году дневник Анны Франк с предисловием Оренбурга, издательство «Иностранная литература», это вот эта вот книжка, да, первое издание. Она произвела фурор. Ее ставят спектакли по ней. Да? Ее читают, ее зачитывают. Она становится редкостью. Когда мы говорили в прошлый раз про Евтушенко «Бабий Яр», мне кажется, я это Анна Франк. Да? Евтушенко, ту часть, которая посвящена Холокосту, а поэма на самом деле посвящена антисемитизму, а не Холокосту. Да, и воспринимается как именно в этом контексте больше, чем о Холокосте, да, то он начинает, мне кажется, я Анна Франк. Да, она превращается в центральную фигуру. Она это производит сильное, очень сильное впечатление. Потому что сама мысль о том, что это издано, что об этом можно прочитать, она становится вот таким вот очень важным моментом. Она появляется не сразу. Появляются фильмы на самом. В 1959 году происходит в Москве фестиваль, там представлено 2 фильма. Один из этих фильмов американский про Анну Франк, да, кинофестиваль, а второй ГДРовский. Только ГДРовский абсолютно политизированный фильм, он даже называется не «Дневник Анны Франк», а «Дневник для Анны Франк». Это, в общем-то, фильм холодной войны. Это противостояние ФРГ. О том, потому что там в западно-германском истеблишменте широко представлены люди, которые занимали позиции в годы нацизма. Да? Это фильм «Холодной войны». Представлены 2 фильма. На следующий год выходит эта книга. Да? И очень быстро Анна Франк превращается в вот такой вот важный символ, да? Которым обсуждается интеллигенция.
Не только евреи, да? Мы видим, и Евтушенко реагирует. Они все прочитали, можно найти, я уверен, найти, если внимательно смотреть, найти реакцию русской интеллигенции на дневник Анны Франк. Это явление. Оно явление, она принята в мире. Они при этом там пишут, она перевезена там, на десятки языков уже в те годы, да, и она приходит. То есть ощущение того, что в Советский Союз пришло что-то западное. А западное, аутентичное, не связанное с, напрямую вот с этой вот холодной войной и пропагандой. Что-то личное. Да? И это становится, это, в общем-то, вызывает у людей, вызывает интерес. Да? Потому что, как бы, вот мы говорили про рост этатизма. В советских условиях государство выше всего. Оно, Сталин умер, дело Сталина живо, да, в этом отношении отход очень медленно происходит, да, и во всяком случае не в этой сфере. Позиция человека как жертвы, человека как субъекта, да, она по-прежнему маргинальна для основного мейнстрима. И тут появляется дневник девочки. Искренний там, пусть он там сокращенный или полный, да, там, более позже, там, полный, отец не хотел, какие-то интимные семейные вещи, все это понятно, дело не в этом. Дело его в социальном таком вот значении, в культурном значении этого. Да? И спектакль ставится именно потому, что есть потребность. Есть потребность в этом. Вот. Что происходит в спектакле? Да? Происходит вот между 60-62 годом и ноябрь 62 года происходит довольно много всяких событий. Во-первых, происходит в зримой и незримой сфере. Незримая сфера – это арест «Жизнь, судьба, Господа». В феврале 1961 года роман, он его подает, пишет раньше, он его подает в журнал «Москва». Я уже говорил, по-моему, что у него своя идея, что консерваторы могут это опубликовать. Он придет туда, год мурыжит, он уже устал ждать, он относится его к Твардовскому в «Новый мир». Твардовский прочитал весь, приехал к нему там разговаривать и так далее. Вот, сказал, нет, я это публиковать не буду. Однозначно. Понятно, все, текст очень прозрачен, сравнение между Сталиным и Гитлером сделано впервые напрямую, абсолютно. Прочитал этот роман несколько человек, но про арест знают довольно много. Потому что ГБшники Гроссману сказали, что он никому не рассказывал, он отказался. И они не настаивали, они ожидали этого. С Гроссманом вообще происходит в этот период очень важно. Да? Мы уже говорили, он вычистил свой первый роман, первую часть этой диалоги, он за правое дело он вычистил. Ему роман вычищен очень серьезно, и сегодня я еще раз говорю, может я уже говорил, это как бы, когда литературоведы и вообще люди ставят роман, и вообще для советской литературы, особенно вот такой вот, со склонностью к либеральному направлению, когда ставит вину, да, то, что она там не соответствует свободным взглядам и так далее, еще раз, каждый раз мы должны помнить, это все эти тексты прошли через жесткую цензуру. Мы не знаем, часто мы сегодня не знаем, только благодаря архиву, вот этот действительно важно архивы, личные, государственные, какие угодно, да, только благодаря архивам и воспоминаниям мы можем понять, через что прошли эти тексты. Мы не знаем, что было изначально. Да? И Гроссман это пример такой. Мы не можем ставить вину человеку, который хочет жить. На самом деле, это писатель. Есть еще одна такая особенность. Писатель с этих денег живет. У него нет других заработков. Мы должны это помнить. Да? Для писателя это его условие существования. Если он популярный писатель, он хорошо живет. Если он писатель не очень популярный, да, то это проблема. Сейчас вот вышла новая книга Михаила Крутикова про Дернистера, да, свежая. Там он пишет про Дернистера. 1935 год. Кто-то из украинских писателей, не помню кто, пишет Грунштейну, да, что Дернистер фактически голодает. Это позор, да, что такой большой писатель, он не может себе найти, он там пишет семью Машбер, он пишет, да, и он как бы, он очень важен, ему очень важен как бы тираж, ему очень важен количество изданий, потому что он с этого живет. То же самое и Гроссман. Гроссман в тяжелой ситуации. Один роман вышел, все было благополучно, второй роман, который писал 10 лет, он арестован. Ведь идеи, которые у Гроссмана существуют, это сравнение тоталитаризмов, да, она присутствует у него не только там. Он пишет
рассказы, там тоже это просматривается тема, да? И понятно, что цензоры и редакторы к этому очень чувствительны. Особенно Прикожевников, который, в общем-то, сталинист. И там это вот настолько выражено. Вообще, роман очень сложен. Там есть, то есть, нас, как вы, наверное, помните, там есть вещи, проблема не только в еврейской теме. Еврейская тема раздражает в данном контексте, но она не, далеко не единственная, которая вот останавливает его публикацию. Да? Там есть вещи, например, очень важные. Взаимоотношения интеллигенции и власти. А ведь на самом деле вот эта ситуация со Штрумом, если на нее посмотреть, Штрум, который чист перед наукой и так далее, и очень важно ему это состояние, когда он ломается. Штрум ломается после разговора со Сталином. Да? Сталин ему звонит, он разговаривает, и он подписывает это все. Да? Потому что это очень, возникает очень важное тревожное состояние. Состояние близости к власти. Человек может противостоять довольно много, и тут вдруг прямой разговор со Сталином. Проблема не только в угрозе. Да? И у Гроссмана в романе это прочитывается. Проблема в том, что вот это само это ощущение, что прикоснулся вот к этому чего-то такому сакральному, да, оно тоже влияет на это. Да? И у Гроссмана, у которого есть серьезные переживания из-за письма 52-го года, который он должен выступать, для него это очень важно. Возвращаясь к Евтушенко, 17 декабря 1962 года состоялась так называемая встреча членов советского руководства с интеллигенцией. Хрущев, Ильичев там говорит речь и так далее. Это такая беседа, она не в Кремле, она где-то на Ленинских горах. Это такая вольная беседа. Но Хрущев там, это, по-моему, даже еще до Манежа, мне кажется. Не помню в датах. И Хрущев там высказывает какие-то свои взгляды на отношения молодых писателей и художников, на после уже Манежа, да, и высказывает там, он говорит несколько вещей важных. Да. В частности, в адрес Эренбурга он говорит, что Петефи у вас здесь не будет. А Петефи – это как бы ядро, вокруг которого начались венгерские события. Это еще нет, это же не, еще до Чехословацкий 68-го года. Центральное событие для них – это Венгрия. И они рассматривают вот это заявление, да, престарелому Эренбургу, который написал «Оттепель», который становится, ну, как бы его, название его романа, повести, извините, становится названием целой эпохи, да, «Повесть» никто не, сегодня уже не помнит, что это такое, да, а название сохранилось, «Повесть» на самом деле, его ругали действительно довольно слабенькая, да, но название сохранилось, а этот человек, который олицетворяет вот этот вот либеральный, один из людей, который, знаете, да, он получает публичный вот такой вот, публично его Хрущев одергивает, да, и говорит, что не будет, да, и это как бы очень чувствительное событие. И он упоминает Евтушенко, упоминает Бабий Яр. Да? И Евтушенко, в общем-то, производит, достраивает, делает его идеологически более уравновешенным. Куда он достраивает? У него, во-первых, звучит так, есть два выступления Хрущева, да? Ну, второе – это март 1963 года уже, оно еще более жесткое. Да? Эти выступления достаточно жесткие, они означают, на самом деле, не зря рассматриваются какие-то совсем вот, конец вот этой всей эпохи, потому что там это было как бы заявлено высшей властью. Он пытается уравновесить. Ему, во-первых, говорят, что как бы идея Хрущева, страдали не только евреи, убивали всех, что, в общем-то, правильно. Идет вот это вот, опять же, возврат. То, что мы видели, вот когда я приводил примеры с Бабьим Яром, да, вычищение вот этой вот официальной позиции, да, опять возврат. Идет явный возврат, вот эта вот схема, сформированная в годы войны, в сталинские годы, пропагандистская, да, идет возврат к ней. Она изменилась, появилась опять классовая борьба, антирелигиозная пропаганда, все вот эти вот вещи. Но в целом, в этническом контексте в отношении евреев, она как бы та же самая схема используется. И что делает Евтушенко? Евтушенко, потому что если есть негативные образы, а он говорит о погромах, да, не, они не связаны с войной только, да, они связаны там Белосток, он говорит, там, и вообще о погромах в целом упоминает, да, антисемитизм, он уравновешивает ситуацию. Он вводит историю, вот здесь как раз его выступление, да, я взял специально, ну, как бы,
стенограмму этого выступления. Выступление, он говорит о том, что он послушал дружеский совет Никиты Сергеевича Хрущева, это был дружеский совет, это не было это самое, да, ему надо как-то, понятно, что выживает, да, и нечего ставить вину, да, на самом деле, не так смелый поступок и так далее. И он пишет: «Я вспомнил одну историю, которой был сам свидетелем в 41 году, когда я, потеряв отца и мать, блуждал по Украине во время начала оккупации в 41 году, я вспомнил одну историю, одну русскую крестьянку, которая скрывала еврейскую девочку у себя в избе, как ее опрашивали эсэсовцы, я все видел собственными глазами, я вписал в стихотворение этот кусок, вписал искренне, я после того, как вдумался в эти слова, прозвучавшие на совещании, я понял, что не хватало этому стихотворению, все мои друзья, которые читали стихотворение, все говорят, что стихотворение стало сильнее, не только политически, оно стало сильнее и поэтически, поэтому нужно всегда вдумываться, находить в критике те вещи, которые могут быть полезными для себя. Это может быть только тогда, когда критика глубоко дружеская». Он уравновешивает. Если есть плохие русские, значит, должны быть хорошие русские. Да? Это главная схема. Вы помните, это та же самая схема, когда упоминается одних, других. Когда есть, если есть хороший русский, должен быть плохой полицейский русский или украинский, должен быть плохой полицейский еврейский. Да? В гетто самом. Да? Уравниваются эти понятия, и это существует. Это общая схема. И он идет по этой схеме. И в оратории, которая исполняется, да, на музыку, известную музыку, Шостаковича, он вставляет эти слова. Да, больше потом она уже в следующих самых напятях убирает, они как не это самое. Но как бы это вот реакция. Это период очень жесткой реакции. Как реагирует общество? Мы говорили, да, что приходит множество писем, реагирует интеллигенция. Да? Очень точно сказал вот Сарнов, не знаю, как правильно произносится. Сарнов, да? Сарнов обычно. Да. Сарнов пишет, да, в своих этих самых книжках про Оренбург, да, он пишет, что Лиходеев ему сказал: «Что бы ты ни говорил, Ребе, но сегодня он, говорит Евтушенко, так и положил 12 миллионов евреев в свой жилетный карман». Это очень точно. Еврейское население, я говорил про письма. Это только это самое. Они ходят, вся эта переписка ходит. Я ее читал, ко мне она пришла году так в 82-м я видел ее, да, она ходила даже, она еще в те, на протяжении 15 лет она ходила по рукам переписанной, отпечатанной на машинке, ходила по рукам, да, это свидетельство, если 15 лет такие вещи ходят по рукам, свидетельство об их важности. Такой вид самиздата, да, такой самостоятельно циркулирующий, никем не распространяемый, никакими диссидентами, никем, да, это такая низовая grassroots, такая вот реакция на вот эти вот события, да. Почему она возникла? Потому что востребована. Потому что еврейское население и нееврейское население, и нееврейское тоже, либеральный интеллигент, воспринимает это однозначно. Это вот это сегодня. Это стихотворение не про историю, это стихотворение не про Холокост, это про сегодня. Вот это ощущение про сегодня, оно становится очень важным. И действительно, стихотворение Евтушенко переводится на все языки. Да, Евтушенко приезжает там в Америку, он выездной, он ездит сюда, его всюду просят его прочитать стихотворение. Да? Оно становится очень важно именно в социальном плане. Например, Гроссман, да, Липкин пишет, реакция Гроссмана. «Наконец-то русский человек написал, что у нас в стране есть антисемитизм. Стих сильно так себе, но тут дело в ином, дело в поступке, прекрасном, даже смелом». Для Гроссмана это не стихотворение, а Холокост. Письмо матери, да, это вот о Холокосте, это действительно о Холокосте. А это реакция на то, что происходит. Происходит, я говорил, вот это вот противостояние либералов и сталинистов. На самом деле, это период, он не одно, например, есть такая поэтесса в Риге была, никому не малоизвестная на самом деле, Лидия Жданова. Она известна о том, что она переводила таких полуандеграундных латышских поэтов, она переводила на русский язык, за что латышские власти ее сильно не любили. Она написала стихотворение, да, которое, естественно, не было опубликовано. «Желтые звезды, кровоточащий след, звезды, которых на небе нет, звезды в могилы зарыты заживо, вместо звезды расстреляны каждый, новые звезды руками нашими, в небо вошьем мы в память о павших». На самом деле, это, опять же, это манифест, это призыв к неким действиям, призыв к памяти и так далее. Да? Для людей, для русской интеллигенции это принципиально важно. Да? Это, в этот период вопрос о Холокосте, вопрос об антисемитизме, оно как бы вносится в контекст общего вот этого противостояния.
С самим Гроссманом происходит тоже интересная ситуация. После того, как арестован Роман, Гроссман едет в Армению. Переведена на русский язык, забыл, вылетела голова из головы фамилия, переведен его какой-то Роман, им нужен хороший человек, они слышат, что Гроссман нуждается в деньгах, ему передают, он соглашается, он едет туда, он ездит, заодно он много путешествует по Армении, и он пишет записки об Армении. Да? И с этими записками тоже происходит, он отдает их в Новый мир. Записки сокращаются на три четверти. Пока идет редактура, достаточно жесткая, у Твардовского, да, и так далее. Разные вещи они там убирают и доходят до одного абзаца. Гроссман описывает, да, что я привел две вещи, вот он пишет вот этот рассказ, такой эссе «Добро вам», 62-й год, да, и он пишет письмо Липкину 61-го года, да, и описывает саму историю. «На свадьбе было 200 человек, и я наслушался человечных добрых речей впервые в жизни. Десятки людей в своих речах, обращаясь ко мне, перед толпой мужиков, баб, говорили о страданиях евреев во время войны, говорили горячо, страстно, со слезами. А говорили пастухи, шофера, землекопы, каменщики сельские. В этот день я особенно сильно жалел, что тебя не было в этой деревне. Я все думал, что ты бы стоял тут и плакал. И написал бы стихи, читая которые люди бы тоже плакали». Да? Это его эмоциональное переживание. Что он делает в самом вот этой Армении? Он описывает. «Я низко кланяюсь армянским крестьянам, что в горной деревушке во время свадебного веселья заговорили о муках еврейского народа, о лагерях смерти, где немецкие фашисты убивали еврейских женщин и детей, низко кланяюсь всем, кто торжественно, печально, молчание слушал эти речи. Их лица, их глаза о многом сказали мне, кланяюсь за горестное слово о погибших глиняных рвах, газовых земляных ямах, за тех живых, чьи глаза бросали человека ненавистнические слова презрения и ненависти. Жалко, что Гитлер вас всех не прикончил. До конца жизни я буду помнить речи крестьян, услышанные мною в сельском клубе». Цензор выступил против этого абзаца. Встал вопрос. Либо он снимает и публикует его это самое, либо он не снимает. Гроссман, которого, опять я уже говорил после этого самого, у него тяжелое достаточно экономическое положение. Гроссман отказывается, этот рассказ снимается, потом уже, по-моему, после его смерти публикуется где-то в Армении, без этого куска, потому что, в принципе, цензура пропустила все, кроме этого куска. Для Гроссмана, у которого личная психологическая семейная травма, да, это становится тем барьером, через который он оказался не способен переступить. Что здесь важно в этом сам? Да? Опять же, он увязывает Холокост с современностью. Он говорит о разнице. В чем цензор, по-видимому, усмотрел сложность? И абсолютно оправданно. Из этого текста можно понять. Вот они, армянские крестьяне, вот они воспринимают так, а вот здесь, у нас, в Москве, да, мы слышим вот это. Да? Это манифест. Это, опять же, абсолютно выходит за рамки разрешенного. Да? И для Гроссмана, для которого, в общем-то, есть вот эта вот грань прошла именно через европейскую тему, да? И он отказывается от публикации этого. Липкин пишет, да, тоже интересный, очень интересный текст на самом деле про жизнь и судьбу Василия Гроссмана. И как переписка сама, да? «Я его понимал», он пишет, «давняя подпись под письмом Сталина мучила его, он не хотел еще раз поступить со своей честью. Да и противно было его душе после ареста, ну то есть произошло недавно, в феврале 62 года, идти на уступки, принести жертву то, что помнил до конца жизни». Да? Это вот свидетельство как бы современности, которое Липкин самый близкий человек к Гроссману, да, которому он говорит, что он повторяет здесь, что несколько раз возвращается, его беспокоит это, его беспокоит еврейская тема, и его беспокоит вот это вот его подписание письма. У него всегда остается вот это вот чувство, что совершение чего-то такого из страха, совершение чего-то, что он совершил нечто недостойное. То, что не должен был делать, когда подписывал письмо по поводу врачей-вредителей и так далее. Врачей-отравителей, простите, и так далее. Да? Это вот важно для его сознания. Да? Мы видим, я еще привожу несколько примеров, я показываю, что вот это происходит ради, что эта тема на острие, она для них центральная. Тем не менее, да, я уже показывал, да, в эти годы выходит несколько книг.
Я привел несколько, три из них, которые как бы наиболее важные, наиболее, на самом деле, гораздо больше. Первая из них, я уже сказал, Анна Франк, да, мы уже говорили об этом. Вторая из них, это Мария Ранька. Сначала она выходит на литовском. На самом деле тоже интересно, как это строится. Она вышла на литовском языке, это дает легитимацию, что в Советском Союзе, что это можно, что это издано. После этого она выходит в Литве маленьким тиражом. Очень маленьким тиражом выходит в Литве, потом она выходит в журнале, я, извините, не помню в каком, да, в каком-то из толстых журналов. Она тут же расходится, ее раскупают, весь журнал раскуплен очень быстро, да, и потом она выходит в форме книги. Эренбург активно ей помогает, он ее сводит. Потом она выходит на французском языке. Эренбург пишет вступление на французском языке, но Эренбург не пишет вступление на русском. У Эренбурга самого серьезные проблемы, да? Эти проблемы его, в общем-то, известны. Это его воспоминания. Да? Люди, годы жизни. Начиная с 60-го года, если я не ошибаюсь, меня поправят, если помню даты, я более точно. Начиная с этого времени, он публикует. Мемуары вызывают острую реакцию, мемуары вызывают беспокойство Твардовского, который публикует. Идет борьба чуть ли там по многим темам. Еврейская тема там присутствует, она далеко не центральная. Важность мемуаров огромная на самом деле. Эренбург – это тот человек, на самом деле, который для целых поколений ввел как бы малоизвестную мировую литературу 20-го, культуру 20 века и, в первую очередь, русскую культуру. Целое поколение людей, если спросить у них сегодня, например, спросить людей, которым 50-60 лет, что на них повлияло, на их формирование, многие из них, если начнут вспоминать, скажут Эренбург. Из Эренбурга узнавали про Цветаеву, я говорю не про элиту, да, элита, понятно, она все это знала. Я говорю вот про, просто про советскую интеллигенцию, да, это она, они из нее узнавали про Мандельштама, про Цветаеву, особенно в начале 60-х годов еще нет, да, они узнавали про всяких, они узнавали про там Модельяне, у него много про Пикассо и так далее. Это как бы становится неким таким в социальном плане очень важным таким просветительским проектом. Да? И еврейская тема – это часть этого проекта. Из темы Сталина, да. А, например, дневник Анны Франк выходит без редакции. Ну, то есть он выходит так, как он есть, в его первоизданном виде. Ой, я не сравнивал, я не знаю. Я думаю, что достаточно. Наверное, прошла какое-нибудь то самое, да. Во-первых, я вижу, что говорю, да, во-первых, отец Анны Франк. Сам провел самоцензуру, да, это известно, да, все личное. Во-вторых, я не проверял, это надо просто взять текст или почитать об этом, да. Ты сейчас говоришь, что сейчас вот вышло одно издание, оно более полное. Но оно полное за счет вот этих вот изъятий отца. Она не только сейчас вышла, она вышла там лет 10 назад появилась, да? Но там идет речь о том, что вот эти вот убраны вот эти вот наиболее интимные вещи семейные, да, и так далее. Речь не идет о том, что он такой же существовал и на Западе, он был без этого, да? Насколько я знаю, я не настолько хорошо знаю, но насколько я знаю эту историю, да, там сам отец, в общем-то, убрал это. И в таком варианте вопрос идет о том, что вышло на Западе, да, в тот момент, то, что было известно, и что вышло в Советском Союзе. Да, вопрос, если я правильно понимаю, я не знаю. Я могу сказать, что я, например, сравнивал введение к Маше Ранникайтовой ее французской книжке, да, и с русским изданием московским. Абсолютно разные тексты. Не потому, что они написаны разом. Здесь Межевайтесом они написаны, по-моему. А там они написаны Эренбургом. Разные политические задачи, разные как бы мотивации, объяснения, почему они публикуют эту книгу. Абсолютно. Одна предназначена для советского читателя и для власть имущих, да, для аппарата, объясняющей, почему ее важно публиковать. Да? И вторая, а французская часть, в общем-то, предназначена для французской. И там не ставится этих пропагандистских, вот этих прямых пропагандистских оправдательных задач, как в русском варианте. Да? И все время идет адаптация.
Да. Все, довольно много текстов, на самом деле, советских издается на Западе. Да? Запад следит за этим. Какие-то тексты важны как литература, а какие-то тексты важны какая-то советская публицистика, она касается западных тем, и она там публикуется. Да? То есть, и нельзя сказать, что нет контакта. На самом деле, 60-е годы довольно, они существуют активно, и какие-то люди, вот же Евтушенко, выезжает, выступает, и не только Евтушенко. Да? И третья книга важная, это Анатолий Кузнецов «Бабиня». Да? Тоже 67-й год. Видите, на самом деле, это в смысле литературы 65-67 год они становятся, уже после Хрущева они вот самые плодотворные по еврейской теме. Да? На самом деле еврейская тема присутствует довольно активно. Она присутствует активно. В первую очередь прорыв происходит процесс над Эйхманом. Да? Советская пресса активно реагирует на процесс. Количество статей довольно большое. Да, в эти годы. И процесс Эйхмана влияет. Он не то что влияет, он создает некую атмосферу, что на эту тему можно говорить. Неважно, что существует, в каком контексте. В принципе, весь процесс Эйхмана подается в там, десятки статей. Десятки статей на процесс Эйхмана. Но основной крен – это холодная война. Да, это против ФРГ, это против Глобки, а это как бы самый близкий человек к Аденауэру, да, в общем-то, Глобки известен тем, что он был юристом и участвовал в производстве Нюрнбергских законов. Активно участвовал, да. И, в общем-то, на этом как бы роль его в Холокосте достаточно значимая. Да, этого человека. И он оказывается чуть ли не вторым человеком в ФРГ, очень близким к канцлеру и так далее. Да. И эта ситуация, в общем-то, она используется в политических целях, вне сомнения. Но здесь, в общем-то, вопрос в том, как реагирует население на эту ситуацию. Советское население, евреи в частности, реагирует однозначно. Да. Это тот случай, когда советская пропаганда, в общем-то, вполне совпадает с их с чувствами людей. Тяжелая война, огромные потери, действительно человек, замешанный, люди, занимавшие важные, довольно важные позиции в годы нацистской Германии, адвокаты, финансисты, журналисты и так далее, они продолжают занимать эти позиции, они выросли, они стали более взрослыми, занимают позиции редакторов журналов и так далее. И для советского человека это, в общем, некий признак серьезной несправедливости. Да? Германия повержена, нацизм повержен, но вот эти вот люди, в общем-то, живут себе безбедно. А для советского человека сама идея справедливости, она очень важна. Да? И они просто несправедливы. Поэтому есть письма к тому же Оренбургу, где эти вот недовольства высказываются. Да? То есть сами люди это воспринимают вот в таком вот политическом, я бы сказал, контексте. Да? Книга «Бабий Яр» Кузнецова, на самом деле, эта книга, она называется «Бабий Яр», это книга про жизнь в Киеве в оккупации. Да? Сама еврейская тема, это одна-две главы, да, небольшая, но их важность, их восприятие, потому что это появилось, это стало возможным. Да? Это все, вот это вот политическое, это самое, появляется, о Холокосте начинает говорить. Да? О Холокосте можно говорить. Пусть в рамках холодной войны, но о нем можно говорить. Это подталкивает всех. Появляется больше текстов. Появляются тексты разные. В рамках идет, например, активное противостояние против тех людей, которые сотрудничали с нацистами, особенно из аннексированных территорий, которые оказались на Западе. Да? Эта тема политически востребована. Под доказательство их вины советские власти
публикуют, например, в Эстонии, да, они публикуют архивные материалы. Они фотографируют эти архивные материалы, чтобы показать, что это правда. Они публикуют материалы, где рассказывается о Холокосте в Эстонии. В Эстонии маленькая как бы, община, там привезены евреи из Чехословакии туда, где они погибли в лагере и так далее. И вся эта история поднимается, об этом пишут. И мы говорим и о том, что, не только о том, что советский человек, в принципе, человек, умеющий читать тексты. Он умеющий отбрасывать то, что для официального, и то, что для читателя. Да? Он знает, как это делается. Он автоматически, механически пропускает всю вот эту вот совсем уж лобовую пропаганду и старается вычитать в этом тексте то, что в нем можно вычитать, можно найти то, чего хотел на самом деле донести автор. И таких публикаций много. Еврейская тема становится достаточно представленной, во всяком случае, в прессе, как в центре. Очень достаточно много в провинциальной и достаточно много даже в центральной. Иногда она приходит из провинциальной, в детальных рассмотрена, в какие-то там общие сообщения там, в известиях или в труде, да, в центре, но в целом информация, и там присутствует слово «евреи», там присутствует слово «понимание». Из этих текстов, при всем том, понятно становится, что есть вопрос, да, отличие евреев от всех остальных как бы преследований в годы войны, что евреи – это отдельная тема. Да? И это становится, еще раз говорю, очень важным элементом. Происходит еще довольно одно любопытное событие. Это был Михаил Ром. А Михаил Ром надиктовал на самом деле потрясающе интересные воспоминания. Они издавали, несколько раз издавались, да, их, если интересует период войны, там, послевоенное время, и довоенное на самом деле, да, в культуре, они, в общем-то, этого вполне заслуживают. В ноябре 1962 года он выступает в ВТО. Атмосфера накаляется. Атмосфера вот этого противостояния либералов и сталинистов на самом деле в стране накаляется. И интеллигенция считает, должен высказаться. И Ром, это основное было вот эти вот на магнитофон на воспоминания, это самое. И вот несколько вырезок довольно большие, но они как бы важны для понимания. Это опять ноябрь 62 года. Да, Ром вернулся только что из-за границы и, в общем-то, решился выступить. Ром человек очень влиятельный. Он как-то преподает, известный режиссер советский, преподает многие наиболее блестящие, как бы целая когорта советских режиссеров, его ученики, кто у него там не учился, там Тарковский и так далее, и много всякого разного известного народа. И он, в общем-то, достаточно влиятельный. И он понимает, он позволяет себе вот это выступление. Разоблачать Сталина и сталинизм очень важно, но не менее важно разоблачать и то, что осталось нам в наследие от сталинизма. Оглянуться вокруг себя, дать оценку событиям, которые происходят в общественной жизни искусства. Но стоило Евтушенко опубликовать стихотворение «Бабий Яр», как эта группа немедленно отвечает через газету «Литература и жизнь». Да, он касается напрямую, да, говорит о наших, о теме, о чем мы говорим. Мне недавно довелось быть в Италии и в Америке. И должен сказать, что не само стихотворение Евтушенко, а именно ответы на него стали скандальной сенсацией на Западе. Мне тамошние журналисты задавали вопрос, как вы относитесь к новой волне антисемитизма в СССР. Я с недоумением спросил, о какой волне идет речь. Оказалось, что речь идет о статье Старикова и стишках Маркова. Скорее всего, это правда, но, скорее всего, Ром доносит только часть информации, которая ему выгодна в этом контексте. На Западе шум существует не только из-за стихотворения Евтушенко, обвинения в антисемитизме. Это период экономических процессов, когда значительная часть тех, кого обвиняют, это евреи, и на Западе это однозначно воспринимается как новая антисемитская кампания. Кроме того, хрущевское время – это новая волна антирелигиозной борьбы, борьба с иудаизмом достаточно выражена. Да? И это тоже воспринимается современниками, особенно в рамках холодной войны, уже с той стороны воспринимается как некое проявление антисемитизма. И понятно, что с Ромом, который был в Италии, в России, разговаривали, говорили ему обо всем об этом, да, и экономические процессы, и религия. Да?
Но Ром, понятно, он выстраивает свою речь, он, это публичная речь, там присутствует интеллигенция, да, и он это, в общем-то, озвучивает в такой форме. И еще как раз в это время эти новые слухи на Западе о усилении Гриджан, да, после интервью Хрущева, когда раз он вписался в этот фильм. Ну да, конечно, то, что вот Гена Истрайхов, статья Геннадия Истрайхова в еврей, ну, архиве еврейской истории, да, в Буддинском 10-м томе, да, который как раз вот, или нет, в журнале, простите, я все перепутал там. Там статья Миломяги, да, это как раз в журнале Сефера, да, который вот Сефер издал, который там раздавали здесь первый день, да, это как раз там эта статья о том, как ходили слухи вот о Биробиджане, возникшие ни с чего, и Микояну, который приехал на Запад, пришлось их в состоянии растерянности их опровергать, потому что Микоян, в общем-то, знал, что происходило на самом деле, и это самое, совершенно верно, да, спасибо, да. У меня два вопроса, первый. Часто ли вообще использовали такие слова, как гетто, холокост в переводе того времени и произведениях? И второй вопрос. 50 лет назад открывался мемориал в Хатыни, и там слово гетто вообще не используется. То есть там указано район улицы Нига и так далее. Стоит ли сейчас пересмотреть немножко культуру памяти и внести изменения, то есть убрать название улицы и написать, что это была территория бывшего немецкого гетто? Как вы считаете? На первый вопрос отвечу, на второй, как говорил Шауль Штамфер, никакой актуализации, да, мы пишем в советскую память, а не про это. А, значит, первое, смотрите, в 60-е годы, особенно в 70-е годы, сложилась целая культура того, как подавать еврейскую тему. Это такая, очень такая тонкая культура, я бы сказал. Например, опять же, Маша Ранника, это ее дневники замечательные для изучения вот, Советского Союза в целом, понимания, что происходило, они замечательные. Она рассказывает, после того, как вышла эта книжка ее, да, ее пригласили на, по-моему, какой-то вечер устраивала АПН. Пропаганда на Западе, на самом деле. Она пришла туда. И тут она осознает, что она там девочка бывшая, ну она уже повзрослела из Минского гетто, ой, из Вильнюсского, простите, гетто, она присутствует на этом заседании, она понимает, что она одна представляет вот Холокост, вот там сидят там ученые мужи, да, и она одна. И для нее это становится очень важным, да, она что-то рассказывает. И там была, присутствовала человек, который работала на телевидении, фамилия ее Гинзбург. Она из смешанной семьи, у нее мать русская, отец украинец. Она была в Киеве, и по дороге туда, когда шли Бабий Яр, мать ее что-то заподозрила и отдала ее к знакомым. Да? И вот это вот то, что она ее спасла, в общем-то, на эту девочку, выросшую девочку, произвело, напомнила об этом. Да? Она и выбрала фамилию матери, она подчеркивала. И она работала на телевидении, и она захотела, чтобы Маша Ранникайте выступила на телевидении. И она ее пригласила туда. У Маши случился после этой передачи гипертонический криз. Она полежала, перенесли передачу на ПН, когда она сидела, да, она так переволновалась. Она на телевидении, и она пришла к ней, и она ее уговаривала выступить еще раз. И она сказала, то есть она обманула этого телевизионного начальника. Она сказала, что девочка из Литвы писала дневник во время войны, фамилия Ранникайте, корень Рольник, начальник, в общем-то, не понимал, да, он решил, что она литовка. Она не упомянула, что она литвейка, она не сказала, что это гетто. Она его обманула. И она ей сказала, что если ты выступишь, у меня будет ощущение, что я свою жизнь прожила не зря. Да, для нее принципиально важно было, вот, чтобы она вот выступила по телевидению и прозвучало вот это. Но она ее предупредила. Будь внимательна, ты не можешь сказать... Ты можешь один раз произнести слово «еврей» и один раз произнести слово «гетто», и ни разу больше. И она все время это напоминала. И главное для Маши событие было вот исполнить эти правила. Потому что в противном случае будут неприятности. Да? И вот Маша выполнила это в точности, прозвучало это. Интересное продолжение, как строится западная историография, как они понимали Советский Союз. Это было замечено, естественно, да, то, что по телевидению прозвучало слово «еврей» и слово «гетто». Дальше делаются
суждения идут о том, что происходило в советских властях, какие-то там лагеря есть, которые борются и так далее, что происходит. На самом деле, как показывает этот случай, история иногда совершается вопреки всяким там аппаратным играм и чего-то, да? Это вот сделала конкретный человек. Да? Она просто провела ее таким, когда они вставили в программу передач, и когда там отвечающий на это человек узнал, что она еврейка, речь идет о гетто, он не мог уже отменить. Он не мог, передача, вот она в план, она, это передача, да, это не делать таких вещей. Да? Это вот способ, каким образом пойдет. Но важно здесь другое, да, как понимать. Смотрите, когда мы говорим о начале 60-х годов, и когда мы говорим об там, деле Эйхмана и все вокруг этого, слово «еврей» присутствует очень активно. Оно присутствует постоянно. Дальше складывается более поздняя другая практика. Иногда слово «еврей» заменяется в слово «гетто». Не на, слово «еврей» произносить нельзя. Они заменяют на памятниках, это существует на каких-то. Да? Например, в Меджибоже на Украине памятник поставлен уже, это конец 60-х годов, памятник поставлен узником гетто. Да? Слово «евреи» не могут произвести, написали «гетто». Это такая вот происходит замена довольно много. Такие же замены происходят в книгах, там, которые на про 9-й форт. Да? Только по фамилиям и по слову «гетто» один раз можно узнать. Слово, например, в Латвии, насколько я знаю, в учебнике присутствовало слово «гетто» и слово даже «евреи», по-моему, они упоминали в школьном учебнике. Начиная с 75-го года, вплоть до развала Советского Союза. Да? Ситуация была разная. Где-то можно было, где-то нельзя. Где-то, я уже говорил, в 59-м Лаукшасов, да, про Минское гетто описывает Минское гетто. В других книжках она отсутствует. Нет единого запрета, нет единой политики. Много зависит от конкретной ситуации и много зависит от редактора, на что он готов. Косолапов в литературной газете был готов на издание стихотворения Евтушенко, да, понимая, что это может ему грозить неприятностями, да, но он был на это готов, он это сделал. Это во многом зависит от местной ситуации, поэтому нет жесткого запрета. Другое дело, что в каких-то случаях оно один раз упоминается, в каких-то случаях оно более свободно упоминается. Да? Но нет единой политики. На протяжении всего советского времени нет единой политики. Есть, в общем-то, тенденция. В 60-е годы намного больше упоминается, чем в 70-е. Это, очевидно, как бы годы зрелого застоя, а не годы зрелого застоя и в официально оформленных документах появляется. И в то же время выходит «Тяжелый песок Оренбурга» на еврейскую тему. Или Григория Кановича книги там «Свечи на ветру» о Холокосте. Да? Либо выходит какая-то публицистика, направленная против западных, латышских или там литовских коллаборационистов, живущих на Западе, и там вспоминается тема гетто. Да? Сейчас я еще один приведу пример. Да? Я дочитаю. Этот номер газеты «Литература и жизнь» – это наш позор, говорит Ром публично. Да? Так же, как наш позор, последние номера журнала «Октябрь», там есть наезд на либеральную интеллигенцию. Только слово «космополиты» не было пущено в ход, а в остальном удивительное сходство со статьями 15-летней давности. Да? Мы имеем дело с ничтожной группой, но она распоясалась. Или что-то типа этого произносит Ром публично. Понятно, что это вызывает реакцию. Это вызывает реакцию поддержки со стороны либеральной интеллигенции, и это вызывает раздражение со стороны консервативной части, сталинистской части. И на этот раз в это раздражение оказывается замешанный достаточно высокий слой советских аппаратчиков. Да? Мы видели реакцию, мы говорили про 17 декабря, реакцию Хрущева. Вот, например, Ильичев, это глава агитпропа, да? Вот эта встреча с интеллигенцией 17 декабря. Нельзя допустить, чтобы под видом борьбы с культом личности расшатывали и ослабляли социалистическое общество, социалистическую культуру. Да? Это позиция. Это позиция советского руководства. Да? Поговорили и хватит. И как бы это важно. То, что я уже упоминал, да, то, что Хрущев говорит. Вот тут товарищи Оренбург и Ром акцентируют тему об антисемитизме. Не надо, товарищи, не надо акцентировать. Это приводит к противоположным результатам. Это Хрущев. Это не Стариков, да, это не газета «Литература и жизнь». Это глава государства. Это официальная позиция.
В Советском Союзе можно говорить только про дружбу народов. Рома вызывают, да, и по поводу его выступления и так далее. Это довольно интересный текст, потому что, если там мы говорим все-таки о воспоминаниях, это документ, да? И он пишет письмо Ильичеву. Это январь-февраль 63-го года, еще до выступления, второго выступления Хрущева, более жесткого. Я прочитаю, потому что, наверное, мелко. После этого выступления состоялось совещание Московского городского комитета партии «Совсем», где товарищ Егорычев, это глава Московской партийной организации, как мне передали, заявил, что я поднял грязное знамя сионизма. Да? Мы помним письмо конца 62-го года, где книгу Бера Марка определяют как сионистскую. Да? «Сионизм равен национализму». Н. Грибачев смешивает, цитаты его, «смешивает борьбу против космополитов с антисемитизмом, является либо дремучим политическим невежеством, либо провокацией». Да? Это позиция сталинистской интеллигенции. И дальше оправдание, типично советское. «Я не сионист, а коммунист. После 17-го года я вообще надолго забыл, что я еврей. Меня заставили вспомнить об этом в 44-м году, когда возник проект организации «Русьфильма». Здесь довольно интересная, может быть, этих параллель. 24 августа 1941 года состоялся первый митинг еврейской общественности, где Оренбург произнес свою известную речь, в которой сказал: «Я русский писатель, о том, что мою мать звали Ханой, мне напомнили нацисты». Да? Здесь интересная параллель. Если Оренбург говорит о нацизме, то Гроссман, произнося на самом деле то же самое, да, что «я человек, далекий от еврейской культуры, о том, что я еврей, мне напомнили советская политика вот такого русского национализма». Идея Русьфильма, он подробно описывает, что где-то в 1943 году или 1944 возникает идея переименования Мосфильма в Русьфильм, и на этом вот совещании советских кинематографистов на самом деле высказываются жесткие, достаточно жесткие русские националистические взгляды. И в 1963 году, да, Ром возвращается, он это помнит, для него это болезненный эпизод в его биографии. Он не зря приводит даже это в письме к Ильичеву. И он пишет дальше: «Проект этот не был осуществлен, но в последующие годы мне частенько напоминали разными способами о том, что я еврей. И по случаю космополитизма, и в связи с организацией судов чести, и при формировании моей съемочной группы, и во времена врачей-убийц». Это кончилось, слава богу, кончилось. Но вот секретарь Московского городского комитета вспомнил и назвал меня сионистом. Обвинение в сионизме – это обвинение в еврейском национализме. Он абсолютно точно воспринимает это, да? И антисоветских убеждениях. Да? Он точно понимает его посыл, который Егорычев говорит. Сионистов следует арестовывать и в лучшем случае высылать за пределы СССР. Думается мне, что какие бы резкости я ни допустил, товарищ Егорычев позволил себе слишком много, особенно если учесть, что он ответственный партийный работник». Достаточно дерзкое письмо, на самом деле, отправленное высокому партийному чиновнику. Да? Но в нем, в общем-то, вот эта вот идея борьбы, что происходит борьба между консерваторами, в смысле либералами и сталинистами, и попытка воздействовать на власть, она происходит с обеих сторон. Она происходит со стороны вот этой интеллигенции консервативной, она происходит со стороны либеральной интеллигенции. Да? Она достаточно значима. Довольно любопытна сама речь Хрущева 10 марта 1963 года. Я ее нашел и специально повыписывал из нее всяких разных приятных вещей, касающихся нашей темы. В декабре, он вспоминает, да, Хрущев вперед. В декабре на нашей встрече мы уже касались этого вопроса в связи со стихотворением поэта Евтушенко «Бабий Яр». Мы видим, постоянно возвращается к этому стихотворению. Обстоятельства требуют, чтобы мы вернулись к этому вопросу. За что критикуется стихотворение? За то, что его автор не сумел правдиво показать и осудить фашистских, именно фашистских преступников за совершенные ими массовые убийства в Бабьем Яру. На самом деле эти идеи присутствуют в статье Старикова. В стихотворении дело изображено так, что жертвой фашистских злодеяний было только еврейское население, в то время как от рук гитлеровских палачей там погибло немало русских, украинцев и советских людей других национальностей. Из этого стихотворения видно, что автор его не проявил политическую зрелость и обнаружил незнание исторических фактов. Евреев Красной Армии, приводит пример Винокура, который участвовал в пленении Паулюса, и тут же вспоминает некого Когана, еврея-переводчика у Паулюса.
это история с еврея-переводчика у Павлюса. Никто больше таких следов этой истории никогда нигде не видел. Она противоречит всей логике. Фельдмаршал использует еврея-переводчика. Это, ну, мягко говоря, немножко странно. Где это взял Хрущев, непонятно. Но здесь для нас другое важно. Схема. Опять же схема. Хороший еврей, плохой еврей. Опять приходим к Ленинскому. Две нации в рамках каждой нации. Да? Нация эксплуататоров, нация эксплуатируемых. Советская схема существует, она незыблема. И она определяет. Ведь важно не это. Она, эта схема определяет все последующее. Она не только последующее, она определяла все предыдущее. Мы уже говорили, что она возникла в годы войны, и она существует весь советский период. Иногда она более жесткая схема, с более жесткими требованиями, иногда она мягче, но она, в общем-то, существует постоянно. У нас не существует еврейского вопроса, а те, кто выдумывают его, поют с чужого голоса. Да? Уже обвинение. За рубежом Евтушенко говорит, странным образом информировал своих слушателей об отношении у нас в стране к его стихотворению. Бабий Яр сообщил им, что его стихотворение принято народом и критиковали его догматики. Но ведь широко знают, что стихотворение товарища Евтушенко критиковали коммунисты. Но как же можно забыть об этом и не делать для себя выводов? Это высказывание Хрущева опубликовано в газете «Правда». Да? Это официальная позиция государства, которая, в общем-то, многие чиновники, это прямые рамки, выставлены для интеллигенции. Да. Я правильно понимаю, что до этого Евтушенко называл критику дружеской на той встрече? Да. Эта встреча, я не помню, там, она, по-моему, даже позже была. После первого выступления Хрущева, это 17 декабря, после этого появляется вот это вот то самое, и после этого уже никто не выступал. Да? Там как бы наступило достаточно более жесткие времена и сознавались как более жесткие времена. Да? Так, на чем мы, на Хрущеве мы остановились? Здесь и возникает некий новый язык. Очень важный, очень интересный. Я уже говорил, советские люди умели читать. Они умели, научились читать эти тексты. Они учились читать их давно и учили. И возникает довольно любопытная практика. Вот это вот сравнение, которое там у Гроссмана «Жизнь и судьба», она достаточно прямое сравнение Сталина с Гитлером, да? А на самом деле его существует, таких вещей существует много. И вот довольно интересный пример, это Эзопов язык, изгнательный язык конца 60-х годов. Такой был человек Лев Гинзбург, довольно известный, переводчик с немецкого, классическую немецкую поэзию, Мензингеров и прочее, да, довольно много всего переводил. Параллельная в его деятельности была, он был советский публицист, который в рамках холодной войны обличал ФРГ как только мог. И в 1969 году у него вышел очерк. Она была опубликована в «Новом мире» и стала очень популярной. Обычно такие вот заметки бывают редко. Он взял интервью каких-то нацистских высокопоставленных людей, родственников, там, сестры Евы Браун, кого-то еще. И это вот какая-то вот такая вот литература. И в том числе побеседовал с какими-то неонацистами. И эти тексты были опубликованы. Сначала она вышла в журнале, разошлась сразу среди интеллигенции и стала популярна. Потом хотели издать ведь отдельные книги, не издали. Потому что, читая эти тексты, любой здравомыслящий советский человек не мог автоматически не переворачивать их на нашу советскую, на них, точнее, советскую. Видите, у меня по Фрейду оговорка, да? На советскую действительность. Я не могу, например, назвать немецкий рассказывать неонацист, новое поколение. Я не могу, например, назвать немецким писателем человека, который пишет по-немецки, но по причине своего происхождения и биологической организации не в состоянии выразить самый дух той нации, языком которой он пользуется. Конечно, исключение возможно, но. Прочтение, например, для вот что означает для людей типа Рома, которые те же годы начитывают свои воспоминания про вот эту вот историю с Русфильмом. История, 43-го года. Оператор, довольно известный советский оператор Анатолий Головнян. Вот есть много режиссеры и операторы, которые делают русские картины, но они не русские.
вот ведь и березка может быть русская, а может быть и не русской, скажем, немецкой. И человек должен обладать русской душой, чтобы отличить русскую березку от немецкой. Этой души Рома и Волчика нет. Правда, в «Ленин-октябре» им удалось как-то подделаться под русский дух, а остальные картины у них, так сказать, французским духом пахнут. Это воспоминания Рома, я уже говорил, они опубликованы. А, знаете, идеи те же, и они воспринимаются очень остро. И когда человек, например, советский еврей читает это, да, он и воспринимает вот в том тексте, который воспринимал воспоминания Ром в 1944 году. Где это просто сговорилось напрямую, а здесь они читают эти тексты и воспринимаются точно так же. Советский человек говорит, читает, в принципе, есть то, что это существует целая культура. Есть такой замечательный рассказ, может быть, кто-то и читал, у Фазилия Искандера «Летним днем». И она воспринималась в советские годы, это воспринималось как руководство, как вести себя на допросе. И не на допросе, на вербовке, не на допросе, конечно. На допросе это уже самый знак, да? Как вести себя на вербовке? История там такая, о том, как приезжает автор, приезжает какой-то там в Крым куда-то и отдыхает, и там какой-то немецкий турист, который хорошо говорит по-русски, и они начинают рассказывать, и он рассказывает про свою жизнь в нацистской Германии, о том, как его гестапо вербовало. И как он отвечал, я уже не помню сейчас детали, то ли что он там много говорит, то ли что он говорит во сне, либо что-то вот какие-то вот такие вещи, и он не сможет это утаить, он обязательно проболтается. Вот вся вот эта вот интеллигентская вот такая вот идея, как вот можно, не сказав, однозначно не сказав властям «нет», что я не хочу с вами общаться, в то же время сказать, что я не хочу с вами общаться. Да? И вот это, оно настолько прозрачно. Да? Этот текст настолько прозрачен. Существует, не помню, кто-то из литературоведов, целый, как бы, статья в интернете существует по поводу этого рассказа, где он как раз анализирует вот это. Это эзопов язык. Это однозначно прочитывается населением именно в том контексте, который, то, чего на самом деле хотел автор. И это прочитывается. Эти рассказы достаточно долго живут, на них реагирует интеллигенция. Я, например, в 69-м году, мне еще было сравнительно мало лет, я не читал такие антисоветские произведения, да, я помню, в конце 70-х, начало 80-х, какое-то произвело впечатление от чтения этого рассказа, да, во-первых, от того, что такое можно написать. А то, что это Советский Союз не вызывает, что это наша жизнь не вызывала никакого сомнения, да? Что, оказывается, такое может существовать. И это переиздавалось в советские годы, потому что это про нацистскую Германию. И она в 65-м году, и позже издавалась, и в сборе каких-то рассказов Фазилия Искандера советских годов вы можете найти этот рассказ. Рассказ производил. То есть, Как получается? То есть рядовой советский гражданин, он научился читать книги, он может прикрывать информацию. А люди, которые находятся там в редколлегиях и литературных, которые занимаются издательством, они не замечали вот это? Нет, конечно, не замечали. Дна. Но они же не идиоты. Они тоже вели войну? Конечно. Есть формальная сторона. Угу. Вот когда Гроссман написал это, да, то, что я цитировал, там намек настолько простой, что это намек про советских людей. Угу. Это читается там однозначно. Угу. Да? Здесь другая. Ольга Гершинзон в своей интересной книжке про Холокост Советского, фильме о Холокосте в Советском Союзе, да, фантомный Холокост по-русски, если перевести, она ввела очень замечательный термин, который называется экстернализация Холокоста. Суть этого термина состоит в том, что о Холокосте в Советском Союзе легче всего говорить, когда вы описываете события в Польше, в Германии, где-нибудь во Франции, на аннексированных территориях можно, но не на собственных советских территориях, которые. Да? У нас есть несколько примеров, типа, вот, скажем, там тяжелый песок, да, это пример советских, это Украина, советская Украина, да, и такое исключение на самом деле. А довольно часто вот то, что происходит, то, что про западные страны, это можно. В данном случае нацистская Германия. Про нацистскую Германию можно. Формально там нет никаких нарушений. Текст построен в этом отношении идеально. Это переживание немецкого интеллигента, антифашиста, да, все темы запрошены, как бы пропагандистски. Нет оснований
Там нет формальных оснований для... Цензор тоже человек, он все понимает. Но у него существуют формальные основания тоже. Есть более жесткие цензоры, есть и более мягкие цензоры. В данном случае цензор был помягче ему нацистской Германии. Знаете, не стоит рассматривать Советский Союз как вот все вот так вот однозначно. Меня в свое время уже позже, да, уже после советского времени поразил, был такой писатель, хороший Израиль Метор, да, и у него есть рассказ там про молодежь, учителей и так далее, да, и какая там комсомолка и комсомолец, и он там что-то там тебе позволил сказать на уроке, и разбор в районо, и чуть ли не в облано потом собирается, эта комсомолка участвует в его этих каких-то осуждениях там и так далее. И потом он уезжает с этого, приезжает домой в общежитие, где они там живут и так далее. Он приходит домой, и вот так вот уставший, прямо в пиджаке, ложится там спать. Через какое-то время стук в дверь. И она приходит, она сказала, я отказалась от тебя говорить дальше. Он говорит, да, хорошо. Она говорит, ты знаешь, почему я это сделала? Спрашивает она у него. Он говорит, да, знаю. Она краснеет, думает, наверняка найти там интимные там, что, симпатии и так далее. А он ей говорит, нет, тебе просто стало противно. И это Советский Союз, 84-й год, Израиль Метр. Просто противно. Участвовать в каких-то вещах противно. Да? И это пропускает цензура. Хотя с точки зрения понимания жизни, как можно сказать, что участие в проработке товарища в Горано это противно. За то, что он там сидит, что-то, я уже не помню там сюжет, как в детали сюжета, что он сказал. Да? Советский Союз не швейцарские часы. В нем существуют различные возможности. И на самом деле существует вот такой люфт, существует некая серая зона. И в этой серой зоне существует вот эта вот культура. Она официальная, эта серая, она официальная эта культура, но у нее есть рамки. Каждый раз происходит проблема, например, проблема важности Оренбурга, людей типа Оренбурга, они эти рамки определяли. Они их раздвигали. Если можно Оренбургу, почему нельзя в них? Факт прецедента очень важен в Советском Союзе. Иногда этот прецедент заканчивается, он единственный, да, а иногда это приоткрывает немножко рамки, поднимает возможность для разговора на эту тему. Есть еще одно важное очень событие середины 60-х годов, опять же, косвенно связанное с Холокостом. И это как раз, опять же, то, что Ольга Гершинзон в отношении этого говорит и говорит экстернализация. Это фильм Михаила Рома «Обыкновенный фашизм». В принципе, Ром не был документалистом, как мы знаем. Да, он игровое кино, советское, классическое кино про Ленина и все такое вот замечательное, довоенное. И к нему приходит Майя Туровская и Юрий Ханютин, приносит ему сценарий. Сценарий поставить фильм про нацизм. Ну, фашизм, советском, как бы, определение. Он соглашается, ему это интересно. Они просматривают гигантское количество документальных фильмов. Они выстраивают фильм. Дальше они ставят фильм. Фильм длинный, как вы знаете. Кто смотрел? О, приятно, приятно слышать и видеть. Интересна история прохождения этого фильма, который Ольга успела побеседовать с Туровской, приехала к ней специально в Западную Германию, где театром времени уже жила. И так рассказала, как они сделали. Они создали этот фильм. Да, на деталях там как бы описывает это все. Они создали фильм, и им было очевидно, им все говорили, было понятно, фильм не пройдет. Вот эта вот параллель, идея тоталитаризма, параллель настолько, в общем-то, явна, настолько понятна, что фильм не пройдет. Опять же, там присутствует еврейская тема. Я насчитал там 11 прямых и косвенных эпизодов. Возможно, есть еще, которых я просто не заметил. И они снимают этот фильм. Их консультантом был Эрнст Генри, да? Известный советский такой журналист и бывший шпион, бывший разведчик, который, в общем-то, им посоветовал, что у Андропова, который возглавлял отдел связи с соцстранами, в общем-то, работают некие такой вот молодые, либерально настроенные люди, здравомыслящие, с которыми надо просто поговорить.
Они поехали к ним, они поговорили, и те им предложили некую схему, которую они осуществили. Они через закон Робер-Вольфа передали фильм руководству ГДР, а это период противостояния ГДР с ФРГ по всем возможным фронтам, и руководство ГДР включило этот фильм в Лейпцигский фестиваль. Фильм был принят на ура, получил там какой-то приз, потом его привезли из Москвы, и чиновники из отдела культуры и агитпропа ничего уже не могли сделать, это скандал в отношениях, эта тема была очень тонкая и чувствительная, взаимоотношения с руководством социалистических стран. И он прошел, он вышел в таком виде на экран. Да, и еврейская тема в нем присутствует достаточно явно. Она идет по нарастающей. Да? Сначала, например, первый кадр, который там существует, ну она там не весь, они там обычно, и это я взял из архива полную фотографию. Обычно вот эта вот часть, да, как бы солдат и женщина с ребенком, который расстреливает, она существует. Она первый сначала, если вы помните, в фильме это там дети, молодежь, дети там ходят, да, такая мирусовка, а потом резкий обрыв, и первая фотография, которая появляется, это вот эта фотография. Это Ивангород, расстрел евреев. Ром, скорее всего, это знает. Но он не может начинать фильм с расстрела евреев, это немыслимо, да, в рамках всего того, что мы и говорили. Это такое по умолчанию, это такая. Понятно, что это знают, это сейчас один из айконов, да, который известный, одна из наиболее известных фотографий о Холокосте в Советском Союзе. Да? А в те годы ее, как бы, она в архивах, ее мало знает. Но он ставит, это некий манифест, это в цели. И дальше идет у него фильм по нарастающей. Он все, чем дальше, ближе к концу, тем более определенно он говорит, фильм говорит на еврейскую тему. Да, то есть она как бы, с одной стороны, она оттенена на фоне там расизма, на фоне общего расизма, на фоне уничтожения славян и всего такого дальше. Она как бы вплетена вот в этот официальный контекст советский, да, и в то же время она присутствует, она проведена через весь фильм. И фильм очень важный, он, правда, шел всего там год, и его сняли довольно быстро, да, но тем не менее его успело посмотреть довольно много людей. Я уже говорил, да, я не могу прыгнуть по датам, потому что строил немножко по темам, да, важность люди, годы жизни. Например, вот это образец того, как в отдел культуры, 14 июня 62 года, это еще до хрущевских признаний, существует текст в отношении Эренбурга. В разных частях воспоминаний Эренбург тенденциозно, группируя факты, стремится создать представление о неравноправном положении в нашей стране лиц еврейской национальности. При этом многие оценки фактов и событий Эренбург дает не прямо, а завуалированно, ссылаясь на мнения и оценки людей, которые погибли и не могут поэтому подтвердить или опровергнуть то, что им приписывается в мемуарах. Это о том, как варилось в аппаратной жизни вот вся вот эта вот политика, как она постепенно формируется, как формируется вот эта вот тенденция на более полное замалчивание еврейской темы в советской прессе. Опять же, Гинзбург, да, опять же, цитата, которая прочитывалась, да, я ее вставил, да, прочитывалась. Гитлер, как национально мыслящий немец, не мог примириться с той привычной ролью, которую, например, евреи присвоили себе в немецкой экономике, науке, культуре, да. В более позднее время переписка, вспоминаемая Астафьева с Фридельманом, как раз эта тема. Да? Это в воздухе. Это говорится там, это публикуется здесь, это воспринимается таким образом. Важно даже не то, что это сказано, это вопрос, как это воспринимается. Да? А воспринимается это однозначно. Еще один пример интересный. Вообще история Бабьего Яра, да, вторгаемся немножко в другую тему, которая дальше в следующей лекции будет, но история Бабьего Яра, это особая. Середина 60-х годов – это особая история о том, как происходит вот это формирование общественной реакции. Известный 66-й год, 29 сентября 66-го года, когда выступал Виктор Некрасов, присутствовал, где Дюба был, да, и был некий такой несанкционированный властями митинг, после которого началось какое-то там движение, был установлен прародитель памятника, который должен был потом, стал потом соцреалистическим памятником и так далее.
На самом деле история мемориализации Бабьего Яра, она ведь не тогда возникла. Да? Вот начиная с 1944 года Бабий Яр для Киева – это центральное место, и каждый год туда приходят евреи. Каждый год, 29 сентября, они приходят туда. Мы знаем сравнительно много про первую годовщину, 1944 год, есть два текста, один Ицхака Кипниса, другой Абрама Кагана, в котором они описывают это события. Один более советский текст, другой менее, более такой личный и так далее. Мы знаем, это происходит каждый год. Это происходило в 1966 году, это 25 лет, понятно, пришло много народу. Важно очень, что пришли туда Дзюба и для интеллигенции Дзюба и Некрасов, которые там выступили. Да? Но существует еще вот этих там несколько сотен и там тысячи евреев, которые пришли, которые постоянно вот это вот ходили, для кого там родственники, да, это не демонстрация, это обычная их практика. Но произошло еще одно событие в Киеве. Какие-то люди напечатали типографским способом вот такую вот листовку и разослали по сообщениям КГБ украинского главы республики, да, разослали, им известно было о 175 адресат. Это само по себе очень интересная листовка. Окей. И советская, и еврейская традиция. Захор, помни, да, важно. Дальше. Сообщение. Ровно 28 лет назад были зверски умерщены тысячи твоих братьев и сестер. Люди, будьте бдительны, Юрий Фучик. Да, такая вот некое сочетание из всего, такая абсолютная эклектика из разных мест, не связанных как с Бабьим Яром. Некие такое ощущение. И дальше не полностью, она слишком длинное стихотворение, да, а дальше идет Бабий Яр. Да? Причем я специально посмотрел, вот то, что я вам приводил про Холокост, эти строчки, их здесь практически не существует. Здесь только про антисемитизм. Да? Она построена, он для этих людей с листовкой, да, само явление важно, что упоминается над Бабьим Яром, памятника нет. Да? Этим уже сказано все. И дальше идет вот эта листовка, которая. Листовка наделала большого шороха. Как я понимаю, КГБ там подняла все на ноги, пытаясь найти несанкционированную печать на еврейскую тему. Хотя, опять же, с точки зрения содержания, ничего нового. Абсолютно. И составлена, я уже говорил, эклектика странная и так далее. Но как явление это, в общем-то, интересно. Очень важная фигура, например, для Бабьего Яра, это, конечно, и вообще для советской культуры, это Виктор Некрасов. В начале 70-х годов он написал мне текст, который назывался «Бабий Яр». Этот текст был арестован и, в общем-то, содержался в архиве КГБ, поэтому он очень интересен чисто методологически, потому что люди, которые публикуют текст на Западе, у нас всегда, даже если мы им честно верим, да, у нас всегда возникает вопрос. А не добавил ли он что-нибудь потом, прочитав там книжки какие-нибудь на Западе? Текст, находящийся в архиве КГБ, не предполагает таких вопросов. Поэтому текст очень интересен, да? Он аутентичен. Он был изъят во время обыска этого, и там есть такие строчки, очень интересные. «Бабий Яр – исключение, может быть, даже беспрецедентное». И его приказали забыть. Даже не приказали, а просто кем-то было сказано. Памятник? А почему памятник? Людям, которые добровольно пошли на смерть, без сопротивления, без протеста, у нас трусом памятника не ставят. Кем и когда именно это было сказано, не столь важно. Можно только догадываться, но зерна упали на благодатную почву. При разных обстоятельствах, от разных людей, в основном наделенных властью, я слыхал эти слова. Они ведь не сопротивлялись. Слово «евреи» никогда не произносилось. Это было бы грубо к людям, произносившим им так говорить, не полагалось, но это подразумевалось. Это очень интересное свидетельство современника. Есть еще у Холокоста очень важный объект. В Советском Союзе приветствуется только активное сопротивление участия в войне. Красная армия, партизаны, в Белоруссии партизаны, потом Красная армия, во времена Машерова такая та самая структура. Это любое поведение, которое не вписывается вот в эту концепцию, осуждается. Еврейская тема – просто дополнительная тема. На самом деле это касается всех. Еврейская тема чувствительная и дополнительная. Да? Она усиливает просто это явление. Опять же, это все то же самое.
Государство выше и важнее человека. Жертва как таковая, она не столь важна. Она, жертва интересна в том случае, если она сопротивлялась. Да? Это официальная советская позиция, которой пронизана вся официальная литература. Туда вводят вот эти положительные герои, которые сопротивляются, начиная, мы уже упоминали, молодую гвардию, да, Фадеева, и в этом отношении нередко есть ощущение, что советские времена еще не закончились. Это подача такая, это героизация, на это вот вопрос о памяти, да, на этом строится память. Это официальное направление построения памяти в Советском Союзе. В первую очередь только люди, которые, люди, жертвы интересуют в лучшем случае как статистика. Они не существуют, они существуют как субъекты, со своими переживаниями, со своими страданиями и так далее, да. В лучшем случае упоминание, как статистика, нацисты уничтожили такое-то количество советских людей, да. Все, что это речь идет о миллионах людей, да, это второстепенно. Это официальная позиция. И здесь она очень отчетливо слышна, усиленная на самом деле вот этим антиеврейским сведением. Я хотела сказать вопрос о том, что ничего не меняется. Мы были в Омске на школе Галдайки, и там есть такой интересный еврейский лицей, и большой холм, который лицей ведущий к актовому залу. Там сделали музей. И такой главный нарратив этой школы, объединяющий, что вот евреи – герои Красной Армии, то есть вот, 2019 год, и там фотографии евреев красноармейцев, родственники, которые воевали, поэтому зал охлопости у них до сих пор. Он был в проекте. Да, да, это пережитки советского сознания, да, это центральная идея в советские годы. Неважность человека, неважность конкретного человека, да, и поэтому возникает очень много вопросов, очень странных, непонятных по сегодняшний день, которые задают люди, которые, вот, у них просто сознание построено таким образом, да, что они не готовы воспринять. Они не готовы воспринять другую. Они не готовы воспринимать вот это людей, человека, которого убивают, страдают, то, что он переживает и так далее. Вот если он сопротивляется, да, его можно понять. Это совершенно не новая история. Да? Меня в свое время поразило, когда я нашел в архиве Еврейского антифашистского комитета, меня поразило выступление. Приехали, это 106-й отряд, это отряд, еврейский отряд из Белоруссии, приехали какие-то представители, офицеры старшие приехали на встречу с Еврейским антифашистским комитетом, да, и они разговаривали. Михаил спрашивает, ну как, неужели не хотелось вот голыми руками задушить, напасть на этих нацистов, задушить, да? И вот этих вот людей защищают люди, которые были в партизанском отряде, которые были в этом гетто и были потом в партизанском отряде и боролись с нацистами, да, и так далее. Они понимают психологию человека в гетто. А вот как бы Михолс, который живет в рамках вот этих вот литературы, на самом деле, ему трудно это воспринять. Ему хочется апологетики, ему хочется защитить, ему хочется противостоять вот этим вот обвинениям, что они же возникли не в 70-е годы, не в 60-е годы. Это время войны, евреи, воюющие за Ташкент и так далее, да, это обвинения достаточно серьезные, это потребность интеллигенции ответить на это, поэтому он задает этот вопрос, неужели не хотелось, ему тяжело понять, ему тяжело воспринять, что происходило с этими людьми. Я, например, есть несколько историй, одну только расскажу, чтобы расходиться, да, меня она потрясла, да, я ее даже не случайно вынес на обложку книжки, да, а то письмо из белорусской девочки, которая там 17-летняя, да, в 40-м году она пишет, в штаб партизанского движения, это одно из первых донесений об уничтожении евреев, она пишет, что она пришла, они пришли на место расстрела, и ее, она говорит, я не останусь здесь, я попытаюсь сбежать. А брат ее, мы не знаем, сколько ему лет, он говорит, нет, я мать одну не оставлю. И дальше они начинают говорить, что если ты выживешь, приходи к нам на могилу и так далее, и тому подобное, да. Вот эту, представьте вот эту ситуацию, да, когда вы приходите с вашими детьми, вашими близкими, вашими и так далее, и вы их бросаете и убегаете. Да? Те, кто прошли через гетто, это все понимали, они понимали это письмо. Письмо свидетельство того времени, психологии человека, который оказывается в этих условиях. Понятно, что Михолсу трудно это, а современному человеку это вообще трудно понять. Того, что происходило там. Да? Во-первых, что ты не один.
Есть чувство ответственности даже в лагерях военнопленных, да, когда, если они сбегают, расстреливают, и все понимают это, да, а там-то чужие люди, а это здесь твои близкие. Да? Это совершенно другая психология. Не понимая этого, что происходит с этими людьми, становится непонятно, становится только понятно вот этот вот нарратив героического, противовес нарратива человеческого. Да? Мы говорим про нарратив человеческий, и то, что мешает человеку такому, как Некрасов, да, отсутствие этого человеческого отношения, уважения к этому человеку. Героический нарратив, он не мог стать ответом на стереотипы о том, что евреи не добавляются в Ташкенте? Конечно. Да. Это такая двойная игра, которая, с одной стороны, это ответ, с другой стороны, это потребность самооправдания. Да? Конечно, она взаимосвязана, конечно, это влияет друг на друга. Да? То есть они не могут, они участники событий, современников событий, да? Они не могут абстрагироваться от этих схем. Вне сомнения, они живут, я уже все время подчеркиваю, да? Для них Холокост – это память о Холокосте, это отражение через современное сознание жизни в условиях государственного антисемитизма и вот этого интеллигента, вот этого возни между различными группами интеллигенции. Да? А здесь это сегодня это так. Тогда это так. Мы говорим про сегодня. У нас есть дистанция. У нас достаточно большая дистанция. Сегодня уж практически не было людей, современников событий. Да? Но наше сознание, да, оно вот построено вот на вот таком вот... Мы так воспитываем. Окей.